Добрый вечер, дорогие друзья. У нас тут любимый Хари разгуливают. Арха распробовал, что такое арбуз. Да, я очень неудачный арбуз купил в одном из сетевых магазинов. Там Настя спасает человечество, наливает енотом воды. Тут же Вася ждет, когда ее покормят. В общем, наш вечер сегодня начался. Черноморский черномор. Да? Ты. Ты мой красавец. Ты мой красавец такой. Ты такой вот хороший. Да, ты мой мальчик, ты мой мальчик, ты мой мальчик, хулиганчик. Хулиганище мое. Ты мой хулиганище. Такой мальчик, хулиганчик. Это их там пытаются валяться. Ну что там? Тут ты мой красавец. Ты мой игруля. От всего богатства хвост остался, да? От зимнего. А, черномойщ. А тут гуся почти что уничтожил свой кусок арбуза. Видите? Гуси очень любят арбузики, очень любят арбузики. Вообще это, в принципе, как бы не очень эстетично выглядит, когда бусинка чавкает и с него течет такая красноватая штучка. Кумушки всю воду извели, компот себе приготовили и стоят ждут. Да-да-да, я бы попросил не выражаться. Чёрт, мои дети, мои солнышки, мои два красопета, мои две лапочки такие, мои лапочки, мои солнышки, мои лапочки, мои солнышки. Вот ты моя девочка, да? Мася, Бармалей, вы мои две радости, вы мои две радости такие. А где моя Ярочка? А где моя красотка? Вот, вот, видите, красотка. Папе подарочек принесла. Подарочек принесла папе, девочка. Ты моя лапочка. Да? Надо зайти и исследовать, что тут вот опять закопано было. Что? Что рассказывай? Ну давай, показывай, что тут прокопало. Давай, 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 давай. Не, не, не. Не надо мне. Ай, пузико, пузико. Пузико, пузико. Мои девочки, пузико, пузико, пузико. Пойдем. Пойдем посмотрим. Вот. Самолапная. Да? Показывай. Ну, показывай, доча. Ну, что ты? Что? Что такое? Что? Ты все никак еще не перелиняешь у меня. Ты моя красавица. Да, да, моя девочка. Мое пузико, пузико. Мое пузико, да, пузико, пузико. Да, ты моя красотка. Вот, видите, у нее нора сделана. Ну, это, наверное, одна нора, да? Одна нора. Очень, да, да. Не, то есть я не должен смотреть на территорию, я должен смотреть на эту прекрасную волчицу, да? Вот. То есть это называется отвлекашечки. Заходим сюда. Здесь у нас подкопаны березы. И тут вот выкопана нора. Что? Что такое, папа? Не смотри туда, да? Не смотри туда, папа. Да, ну все. Давай, мамак. Ну, Вера, ну. Ну, блин, ну. А, ну, что ты делаешь, коза такая, а? Ну, блин, ну мне нельзя тяжелое держать. А, Ярочка, ну. Ну. Твоя мамаша увидит. Меня она убьет. Да? Фу, ладно, он там арх идет. Теперь очень легко отличать не только по размеру, но еще и по рогам. А у арха они так как-то очень странно растут. Такие бараньи, бараньи лось получается. Кто? Кто ты, моя красавица?
сожалению, ирокез умер. Я об этом писал все в телеграме. Может, кто хочет, может посмотреть. У нас есть телеграм. Феникс «Дикие животные» также называется. Мы его сейчас будем потихонечку развивать, потому что, ну, единственное, что придется больше монтировать видео и обрезать, потому что там большие ролики, кто там их будет смотреть, кто там их будет скачивать. Вот, это чуть-чуть не большие длинные ролики, это все-таки ютубовский формат, когда ты можешь съесть 10, 15 или как там. Многие блогеры делают по часу, по полтора, стримы, прямые эфиры, да? Что там у нас? А? О, да, сейчас. Мы линяем. Это вот лучший антилисин. Лисы с волками живут, как кошки с собаками. И волки, если найдут логово, они не успокоятся пока. Всех не выкопают, не достанут. Всех лис. Знаешь, опасность от волчьего запаха. Что ты на меня тут? Вот твоя девочка. Опасность от волчьего запаха у лис, видимо, на подкорке. Что? Яра, ты моя красавица. Там моя такая девочка. Ладно, дорогие друзья, пойду я хоть что-то помогу. Насте с Вероникой. Они там кормят животных. Вам огромное спасибо за пожелание здоровья. Я постараюсь восстановиться. Просто как бы вам объяснить, для мужчины, который привык все время, что на него полагается семья, супруга, там очень сложно. Не то что стать обузой, быть достаточно беспомощным в некоторых вопросах, в которых ты был раньше волен, а теперь не волен. Вот это вот сложно. Ну ладно, не будем о грустном. Вот тут девочки, мячик есть. Ну что там смотришь? Ты никуда не пойдешь. Нет, ты никуда не пойдешь, коза такая. Что?